Хороша была Танюша, краше не было в селе. Сорт томатов Танюшин. Действительно, посмотрите, какие замечательные плоды, округлые, ярко-красные. Сорт очень интересный, вот сейчас вы увидите, как он растет. Чем больше плодов на кисти, а их может быть достаточно много, сейчас вы увидите, чем больше плодов на кисти, тем они помельче. Вот, посмотрите, ну как они компактно расположены на кисти, видите, даже нет между ними никаких зазоров. Вот. А если плодов поменьше, то они выигрывают в размере. Вот, например, здесь мы видим Танюшину юбочку, такую складочку красивую. Сорт обладает очень хорошими вкусовыми качествами. Как все ранее спелые гибриды, устойчив к растрескиванию, к осыпанию плодов и к целому комплексу заболеваний. Подходит для выращивания в защищенном грунте. Вот у нас, видите, какие здесь есть экземпляры. Вот. Крупные. Такая вот вкусная, ароматная Танюша.